На улице Ставропольской меняют канализационную трубу, которая пришла в нерабочее состояние. Работы ведутся бестраншейным способом, без вскрытия тротуаров и газонов. Специалистам предстоит протянуть под землей более 240 метров новые полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм. Обновленный участок позволит значительно снизить вероятность возникновения засоров в системе водоотведения, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Правительство России постоянно расширяет меры поддержки родителей с детьми. Одна из таких мер, действующая с этого года – получение вычета за лечение или занятие спортом ребенка в возрасте до 24 лет включительно. Ранее вычет предоставлялся за детей до 18 лет. С условиями получения вычета знакомит самарцев телеграм-канал администрации Кировского района. В Самаре пройдет форум инвесторов в историческую недвижимость «Ярмарка домов». Пространством для проведения двухдневного мероприятия станет концертно-театральный комплекс «Дирижабль» на Куйбышева, 104. Участники мероприятия узнают об успешных кейсах приобретения исторических зданий под бизнес-задачи. В рамках форума состоится стратегическая сессия по обсуждению процедур передачи исторической недвижимости бизнесу и презентация нескольких самарских домов, подготовленных для инвестиций. Ссылку для регистрации на форум разместил у себя телеграм-канал администрации промышленного района. 3 августа состоялся выездной прием первого заместителя главы Самарского района Алексея Лубеницкого по вопросу ремонта кровли в доме на Венсака-Галактионовской. Собственнику жилья окажут содействие в оформлении документов для подачи в управляющую компанию для решения вопроса по существу, пишет телеграм-канал администрации Самарского района. В поселке Управленческие силами подрядной организации полным ходом идут ремонтные работы пешеходной инфраструктуры в районе лицея философии планетарного гуманизма и школы номер 127, пишет телеграм-канал администрации Красноглинского района Самары. Для удобства будут устроены дополнительные дорожки и лестницы, исходя из фактического пешеходного трафика.